События пятиэтажного масштаба. Жители Хрущевки по улице Аэродромной сегодня принимают работу по замене инженерных сетей. Полтора месяца назад в доме начался капитальный ремонт. Жители обрадовались. За 55 лет в доме ни разу не меняли трубы полностью. Без конца прорывались трубы, топило людей, особенно на чердачных помещениях. Но там сейчас все заменили и все нормально у нас. Сразу после отключения отопления бригада рабочих принялась менять все трубы – системы водоотведения и отопления. В теплоузле мы заменили все трубы, заменили задвижки, новые манометры, новые термометры установили, заменили все запорные устройства. Новые батареи в подъездах и квартирах обещают сделать предстоящие зимы теплыми и уютными. А новые светодиодные лампочки помогут сэкономить на электричестве. Всю проводку тоже поменяли в рамках капремонта. Мы поставили новую, полностью это новый шкаф, новую ВРУ, с новой автоматикой, со вставками новыми, счетчики учета, отдельно домовой, отдельно места общего пользования. Провели новую проводку по всему дому, по стоякам. Рабочие подрядные организации трудились под чутким контролем как самих жителей, так и надзорной службы фонда капремонта. Специалисты фонда выезжают на объекты каждую неделю, если требуется, то и чаще. Проверяют качество работ и разрешают возможные конфликты между подрядчиком и людьми. Чаще всего это решается в пользу жителей, и тот материал, который им необходимо, устанавливают именно тот материал. Это все идет на согласование с руководством и, соответственно, пропускается при предъявлении определенных сертификатов, если идет замена конкретного материала, указанного в договоре, на новый материал. По завершению жители, управляющие организации и фонд капремонта подписывают акт о приемке работ. Гарантия у нас на объектах 5 лет по договору. Вот. В течение гарантийного срока мы всегда адекватно относимся ко всему этому. Мы меняем, исправляем. Всего в рамках программы капремонта сделали более 2000 домов. По решению жителей в них меняли коммуникации, чинили крышу или приводили в порядок фасад. На этот год запланировано отремонтировать еще 1000 многоквартирных домов. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.